В офисах Сбербанка началось оформление социальных карт. Напомним, что с весны льготные категории граждан будут использовать их для проезда в общественном транспорте на территории Твери и Калининского района. Электронной социальной картой также может стать действующая банковская карта, но она должна быть на основе платежной системы МИР, бесконтактной и именной. Если нет такой банковской карты, вам необходимо обратиться в любое отделение Сбербанка, написать заявление на выпуск социальной карты жителя Тверской области, и в течение 10 дней вам эту карту изготовят. Выпуск, выдача, обслуживание и перезапуск социальной карты осуществляется банком бесплатно, после чего ее обязательно надо зарегистрировать в Центре социальной защиты населения на Склескова, 48. Здесь выделено 14 кабинетов, специалисты которых будут заниматься и занимаются сейчас регистрацией этих электронных карт. В этот же день все, человек принес карту, мы записали номер, и он спокойно пошел. Далее эту карту нужно оплатить. Обращаю внимание, что денежки кладем на карту после того, как ее зарегистрировали у нас. Оплатить поездки вот марта нужно в течение февраля. То есть с 1 марта уже все. Оплатить будет нельзя. Также с февраля регистрация карт будет осуществляться в филиалах многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг под номерами 1, 2, 3, 6 в Твери.